Президент Садыр Жапаров дал старт строительству Куланакской ГЭС, заложив капсулу под начало строительства гидроэлектростанции в селе Куланак Нарынской области. Глава государства в своей речи подчеркнул, что сегодняшнее событие, закладка первого камня и начало строительства Куланакской ГЭС, принесет пользу не только Нарынской области, но и в целом экономике и энергетике Кыргызстана. Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны делает акцент на развитии экономики государства за счет строительства новых гидроэлектростанций. Обеспечение энергонезависимости и энергобезопасности страны – одна из наших главных задач. Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы эти цели не остались лишь на бумаге. Затем глава государства кратко рассказал о планируемой Куланакской ГЭС. У нас есть цель – завести ГЭС мощностью 100 мегаватт. По завершению строительства и введения гидроэлектростанции в эксплуатацию ожидается, что она будет производить 450 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Таким образом, вся Нарынская область полностью обеспечивается электроэнергии. По оценкам специалистов, в ходе строительства ГЭС будет создано от 800 до 1000 рабочих мест после завершения строительства и ввода объектов в полную эксплуатацию. Около 100 человек получат постоянные рабочие места. Президент обратил внимание местных жителей на то, что строительство ГЭС принесет огромную пользу в энергетике и хозяйственной сфере, а также даст возможность для орошения сельхозугодий. Отмечается, что общая стоимость проекта – 124 миллиона долларов, из которых 88 миллионов – это кредитные средства. Они будут предоставлены группой финансовых институтов, в том числе Российско-Кыргызским фондом развития и Евразийским банком развития. В жерде шлюздардын автоматикасы бардыгы ушул жерде койлат. 4 шлюз койлат и 4 напорный водоводтор койлат. Бу жерге станцияга түшөбүз. Ошол станциянын тетиги жерде турган азыркы котлован казылып турат. Суу басылып турган жерде. Генераторлор ушул жерде турат.